Пока Юни, я пошла домой. Все равно же тебе Фрэнк придет. Угу. Мысли Юни. Сейчас пойду закрою дверь, все равно скоро Фрэнк придет. А я сейчас поду. Поймал я тебя. Успокойся, все будет хорошо. Прости, но ты меня не насмешишь. Мысли Фрэнка. Блин, какой же я дурак. Блин, мысли Фрэнка я придумала. Мысли Никиты. Мне кажется, он все-таки красивый. Так, на улице вроде ничего нет, пойду домой. Мысли Фрэнка. Все. Фух, пронесло. Это тише. Это заметил. Гонится. Что? Эй. Ты что, дура? В мой дом собралась. Блин, а там же Арина. Одна. Чинься, мочнись. Что такое? Ранее. Мысли Карла. Ой. Открылась эта дверь. Привет, прости, что? Пробралась в дом, что ли? Это ее мысли Карла. Ты знаешь. Ладно, спокойной ночи, я тебе что-нибудь подарю. Мысли Арины. И как она, прости, чем она к нам домой пришла? Утро. Вернёшь поток или нет? Арина? Арина? Конечно.